Женская сборная Казахстана в рамках отбора к Евро-2021 уступила команде Македонии со счетом 4-1. При этом наши девушки еще не потеряли шанса выступить на континентальном турнире. А в это время молодежный состав РТШ принимал дубль Тараза. Матч 32-го тура второй лиги между РТШом и Таразом точно войдет в историю. А все потому, что обслуживала эту игру девушка-рефери Эльвира Нурмустафина. Судью из Темиртау отличает очень решительная манера, сказывается педагогический опыт. Бывший учитель умело управляла игрой, не позволяла футболистам перейти грань и нарушить правила. В итоге обе команды действовали корректно, да настолько, что даже в атаке были очень дружелюбны. Но ли на табло продержались все 90 минут встречи. А вот самый опасный момент, когда вратарь гостей едва не привез гол. Набрав одно очко, молодежный состав РТШ поднялся на 10-ю строчку. Тарас – сосед таблицы. Эта команда занимает 11-е место. За 4 тура до финиша коллектив «Сдюшор» номер 8 – главный претендент на золотые медали.